Накапливать деньги легко и просто. Накопительную сеть устраивает компания «Людос». Выбери для себя подходящий процент и начни накапливать деньги в своем городе. А еще успей поучаствовать в розыгрыше квартир. «Людос» ценит каждого человека. Дишка, скоро увидимся. А, кстати, мне надо созвониться с тобой сегодня будет, слышишь? Или списаться. Похуй. Че, как дела, рассказываете? Как оно вообще? Как универ, там, школа? Школа как? Как оно? Питер. Олежка, скоро увидимся, скоро Украина, Киев. Я... Хорошо, братан, буду ждать. Я... Скоро тур, дорога к Луне. Пиздец. Я очень жду, очень. Жду. Потому что я последний раз ездил в тур. Это было... Когда вообще последний раз куда-то ездил? А, блядь. Ну да, это вот было осенью. Да. И все. Ебучая зима. Рот топтал. Все, да. Ну хуй с ним, ладно. Как относишься? Как относишься к Лос-Саунд? Я хочу в прямом эфире сказать, что у меня биф с Young Meep'ом. Young Meep, я тебя удавлю нахуй. Так, что там? Как ты чувствовал себя в школе? Звездой-изгоем. А, хуй с ним. Ждем тебя в Минске, тоже жду в Минск. Как давно знаком с Дропкингом? С прошлой жизни. Вы Ченни Вирт, братишка. Братишка, я досвел. Когда дропнешь леденец. Блять, не знаю. Бля, чё там? Как вообще поживаете? Моя семья. Я заебался, когда будет нормальная погода, блядь, уже вообще. Сколько можно это говно наблюдать вечное на улице? Если что, поправочка, это будет не альбом. Альбом это немножко другое. Альбом я считаю серьезным. Альбом это надо, типа, прям... Микстейп так для души. Как альбом Кендрика, это пизда полная, ну, типа... Полная пизда. Откуда стойка новичков в династии? Это... Где-то их нашел, а хуй знает. Зачитаю что-то. Че зачитать? White Punk, мой брат. Окей. Я боюсь, я текст забуду, я позорюсь в прямом эфире нахуй. Я шучу же, ну, это же все шутки, серьезно. Ты сейчас один, ты что, подъехать хочешь? Ты кто? Никто. Так, залетный пассажир. Я тебе тоже, брат. Нахуй их всех. Они ведут себя, как мой фейк, это просто пиздец. Моей семье не движет профит, слышишь? Что чувствуешь? Эй. Нахуй их всех. Они ведут себя, как мой фейк, это просто пиздец. Моей семье не движет профит, слышишь? Что чувствуешь? Эй. Кеш.
Нахуй их всех. Они ведут себя как мой фейк, это просто пиздец. Моей семьей не движет профит, слышь, ты чувство в весне, как будто бы кокер в десне. Мы не боги, догер, мы не накормим всех их. Мрак, мы покорны, Цербер, а где-то на вершине горы так першит горло, с блантом пешком я шел сюда, сделал в них решето, был так жесток тогда, когда ты не ждешь удар. Если глаза горят красным, я дьявол, спросил, сук, чьи сердца я захавал, я выхаркал тысячи фабул. Для Буга сын, для остальных я оракул. Угар. Эй. Весь мир горит в огне, осталось выбрать ракурс. Черный брабус никогда не поменял бы на то, чем плавлюсь. Я очень нравлюсь им, детям, эй, будто old dirty bastard. Я вижу все это, третий глаз делю уродство с прекрасным я. Для нас ваш рэп тождественный ляп. Мы с Джимбо курим трех черных сук, будто Destiny Child. Мой крест на плечах, я не хочу его облегчать. Всюду много сука в их глазах, я вижу только убеди же щелку. Но у этой группы нету чар, на этом я как на игле. Все, хватит. Все. Угу. Ладно, всех обнял, всем здоровья, всем счастья, любви, удачи. Слушайте группу Казус Кома и меня, Династию. И новый альбом, но осознанное совместно с чьей неосознанное сновидение, это мистер Аккумулят. Он охуевший пиздец. Всем советую послушать. Вот. Все, до скорых встреч.